Доброго времени суток всем. У меня утро. Утром встал, помолился, открываю WhatsApp. А меня ждет стихотворение. Стихотворение свежее, от 17 сентября этого года, вот буквально написанное. Написала христианка Любовь Бондаренко. И основывалась она на Писании, на Евангелии от Матфея, 5 глава, 14 стих. «Вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Делюсь с вами очень интересное стихотворение «Реальность в сегодняшнее христианство». Мы – свет Христов, мы – маяки для мира. Мы – христиане, мы должны сиять, и пусть не умолкает наша лира. Должны мы всем о Боге рассказать. Но вот слова теперь, увы, не слышат, а значит, наша жизнь должна светить. Без микроскопа видно, кто чем дышит. Нельзя нам, христианам, плохо жить. Не может наша жизнь от всех укрыться. Мы точно словно город на горе, и стоит только нам оговориться, на нас покажут пальцем детворе. Никак нельзя грешить нам, христиане, за нами наблюдает этот мир. И если мы светильником не станем, то люди потеряют ориентир. Мы им дорогу к Богу освещаем, и только свет наш всех ведет к Христу. Напрасно мы им благо обещаем, они глядят на нашу чистоту, читают нас. Мы все письмо Христово, должны мы за собою наблюдать и говорить тогда святое слово, когда Христа сумеем показать. Вот так сильно. Мне больше всего в меня вошло все стихотворение классически написано, все правильно, но вот в сегодняшний день, знаете, и говорить тогда святое слово, когда Христа сумеем показать. Знаете, это есть бла-бла-бла, да? Ну, лишь бы говорить, себя показать. Очень много таких. А Христа в себе не имеем. Жаль, очень жаль. Будьте благословенны. Христиане, светите. А те, кто сегодня еще не христианин, по-настоящему не христианин, кто не примирился с отцом, смотри, сегодня обязательно, обязательно, кто-то подойдет к тебе и что-то скажет про Господа. Будьте благословенны. Аминь.